Представьтесь, пожалуйста. Николай Штуркин. Громче. А расскажите, пожалуйста, о проекте, что здесь вы представляете? Мы занимаемся видеоаналитикой с помощью нейронных сетей. Мы реализовали проект «Космопорт», применяется в жилых комплексах Екатеринбурга, и сейчас расширяемся на Новосибирск. А также наши алгоритмы используются в сети пункта остановка по нейросети «Инвест». И мы сейчас делаем пилот. Скажите, какие вообще перспективы у этого решения? В проекте «Умная остановка» мы делаем распознавание лиц, определение оставленных предметов и определение опасных ситуаций, драки, человек стал плохо. Считаем, что перспектива решения хорошая, потому что позволяет автоматически вызывать скорую помощь, быстрое реагирование в случае необходимости. А скажите, а как долго вот вы именно в Новосибирске занимаетесь совместным этим проектом с Ростехоинвест? Мы с ребятами познакомились на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле. Они нам предложили поучаствовать в проекте. Мы предоставили им наше программное обеспечение. Оно встроено в «Умную остановку». Сейчас тестируется. То есть мы только в самом начале пути, да? По сути, да, но у нас софт уже стоит на 7 установочных комплексах. То есть решение уже апробировано, да? Да. Прекрасно. Ну и в дальнейшем скажите вообще, какие планы, то есть вот существует ли уже какой-то прям пошаговый такой план, там сколько-то остановок в этом году, сколько-то в следующем? Сейчас ведутся переговоры с городом, и в течение 3 лет будет запущено 200 остановок. 200 остановок. Ладно, спасибо большое.